Василию Андреевичу исполнился бы 61 год. Его жизнь прервалась в этом году 5 мая. В память педагога-тренера, спортсмена детской юношеской спортивной школы номер 4 перед началом турнира возложили венок на могилу. Соревнования прошли по новым дополнительным правилам. По словам организаторов, в турнир вошли те пункты, на которых всегда настаивал Василий Ильин. Это непредвзятое судейство, исключение споров и скандалов, честная борьба спортсменов в красивом поединке. В турнире поучаствовали более 200 юношей и девушек. Прошли 6 финальных боев. По итогам соревнований первое место завоевали Татьяна Куликова и Александр Дурноян. На втором – Светлана Алексеева, Арман Гамбарян и Евгений Степанюк.